спокойно и по законе. Полковник хочет донести информацию до вас. Кавиласко, объясняю. Среди вас находится очень много людей, употребивших спиртные напитки. Нет! Пожалуйста, послушайте меня потом. Ваши же люди, которые ходят с белыми повязками и охраняют здесь общественный порядок, ваши же там задерживали, мои оказывали помощь. Поэтому, кто есть пьяные, сами разворачивайте их отсюда, чтобы они шли, не мешали вам отдыхать. Все, удачи, приятного веселья вам.